Этика – это философское понятие, говорящее о нравственности. Это само по себе слово обозначает обычаи в переводе с греческого. То есть это какие-то обычаи нравственные, о которых люди знают и которых люди придерживаются. Мы живем в мультикультурном обществе, и как бы в разных культурах этические стандарты, они иногда даже противоположные. И поэтому как бы локально люди должны принимать для себя вот свои локальные этические законы. Современный утилитарно-экономический подход не учитывает как бы природные ценности и не отвечает социальному запросу современному. Был такой ученый, известный американский, Юджин Харгроув. Вот. Он предлагал, если говорить вот про природу, предлагал сделать из природы, как бы оценивать ее как предмет искусства. Например, он предлагал взять Мону Лизу и оценить ее стоимость, ну, вот, материи, дерева, да, из которого сделана вот картина, на которой она растянута, вот, и оценить идеальную ее стоимость. И таким образом, как бы, он показывал, что идеальная стоимость намного выше, чем стоимость самого вот полотна, красок и деревяшки. Сегодня же более современный ученый, экономист и урбанист Ричард Флорида и организатор, связанных с обновлением городской среды, проектов Дэвид Берри, говорят о том, что нужно как можно больше вовлекать социум, горожан в проектировку города, вот, чтобы они участвовали. Таким образом, идея вот о социальном планировании, она на самом деле еще появилась в 60-х годах, и, ну и вообще тоже связано с экологией тоже, но до сих пор реализовано это не было. Вот так вот я проблему ставлю.